Так, тут кто-то писал комментарий 3 года назад. Так, скоро обзор за Чекана? Ну, да, скоро. Прямо сейчас. Сегодня долгожданный, я бы сказал. Долгожданный почему? Потому что этого обзора один человек, мой подписчик, ждал 3 года. Это обзор на премиум танк 8 уровня, тяжелый танк, ИС-3 защитник. Значит, сейчас я немножко расскажу про его характеристики, и мы сходим в один бой, посмотрим, как он может себя проявлять в боях, какие у него плюсы, какие минусы. Значит, смотрите, по характеристикам, вот такие у него характеристики, прочность 1700, вот вы видите, башня 249 мм, борт 172, корма 100, в общем, характеристики, в принципе, меня полностью устраивают. В бою он проявляет себя очень хорошо, броня отлично держит удары 9 уровней, вообще всех танков, то есть тут вообще никаких замечаний. Плюс у него орудие на барабане на 3 снаряда, которые каждый снаряд стреляет так же плюс-минус как и с третий, и вы сами понимаете, какой урон дает вражеской команде этот танк. И в принципе не так уж долго ждать перезарядки всего барабана. Значит, у меня здесь установлено вот такое оборудование, если кому это будет нужно, кому интересно. Ну и амуницию вы видите. И в принципе по характеристикам это все. Давайте сходим в бой. Посмотрим, что он может показать. Итак, наша команда. У нас в принципе неплохие танки. Сушка есть. О, а что за танк Т-2020? Я такой даже не видел. Так, ладно, мы сейчас будем пробираться в город, чтобы, возможно, здесь зачистить территорию. Так, на базу не наезжаем, чтобы не привлекать внимание вражеской команды заранее. Опа, засвет. Так, засвет, скорее всего, с поля. Да, вражеская команда сейчас там находится, надо попробовать зайти к ним в тыл. Так, ну тут сейчас будут ПТшки. Даже не ПТшки, а тяж. 2 тяжа. Мимо. Ну, сами понимаете, это ИС. У него с точностью не всегда все отлично. А нет, видите, как вертушечка зашла. Так, входим с подокружения. Вызываем подмогу. Пытаемся удержать его. Надеюсь, у нас получится хотя бы отрикошетить. Не пробит. Не получается его пробить. Так, у него оружие в крите. Да, к сожалению, в этот раз у нас поражение. Ну ничего, сейчас мы подождем. Сходим, наверное, еще в один бой. Странно. По-моему, АФКшный есть сушка и ИС. А нет, сушка есть. Так, ну победа за нами. Сейчас сходим в еще один бой. Посмотрим, на что этот танк способен, что он может показать в бою. Да, мы даже выполнили какую-то боевую задачу. Похвалим союзников. Так, и идем в еще один бой.
Так, ну тут позиция танковая, это точка А, либо же в точку Б двигаться, но там простреливают постоянно, поэтому нам скорее выгодно поехать сюда. Так, пинг вырос. Надо его снижать, потому что будут лаги. Так, аккуратненько продвигаемся сюда на позицию. Пытаемся выцеливать. На самом деле опасная здесь позиция, вот, поскольку тут могут появляться вот такие противники. Эк Тигр с его ДПМом. Это опасный зверь. Так, мы не пробили, но ничего страшного. Самое главное наносить. Ого. Самое главное наносить удары. Ой, блин, я один здесь. Очень опасно на самом деле сейчас. Сейчас еще сбоку прилетит. Так, ну с окружением не удалось выйти, это уже отлично. Вот видите, только что машина уничтожилась, это по мне. Надо защищать ФВшку. А ты выпалил. Отлично. Пытаемся проследить позицию. Ну и актив здесь. Ого. Опасно. Так, нужно прикрытие. Пусть думают, что я ушел на перезарядку. Так, тигр, тигр, тигр. Ого, нашу ТВПшку убили. С позиции, наверное, Центуриона, там где-то находится враг. О, Пантера. Ого. Так, нужно грамотно здесь отыгрывать, чтобы нас не забрали. Отлично. И остается одна ФВшка, которая почему-то сейчас разворачивается на меня. Пытаемся ее зарашить.
Это я зря, видимо. Все отлично. В общем, вот такой получился видос. Вы только что видели плюс-минус все преимущества, недостатки этого танка. Думаю, что он вполне серьезный конкурент среди 8 уровней тяжелых танков, поэтому да. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.